это увлекательные бухты, таинственный горный хребет Тайгет, башни Мани, величественные ущелья, роскошные номера, которые отлично сочетаются с ландшафтом. Это все остается по сей день одним из самых желанных направлений на Пелопоннесе. Район Мани местные жители по-другому называют Эксо. Именно здесь работал и написал свое творение под названием «Грек Зорба» Никос Казантзакис. Удивительные каменные породы, синее море и зеленые горы. Дикий и неповторимый образ средневековой красоты поднимается к небу, а затем падает в море. Зеленые леса, окружающие деревушки, оливковые рощи, зеленый берег моря. Узнайте, где рассеяны византийские церкви, исследуйте туристические маршруты, которые вас поведут в каньоны, горы и на равнины. Мани. Здесь воздух пропитан запахом тимьяна и морской солью. Песчаные пляжи приглашают вас окунуться в кристально чистые воды. Летом соблазнитесь и проложите собственный маршрут в горы, которые делают этот район поистине идеальным круглый год. В этом районе много отелей и апартаментов на любой вкус. Каламата, столица Мессинии, расположена всего в 35 километрах. Вы можете самостоятельно или с экскурсионными группами посетить изысканные пещеры Дирас, Манемвасе, Мани с его красочными башнями, Мистра, Эпидаврос, Микены, Олимпию и многие другие исторические места Пелопоннеса. Дайте волю чувствам, и пусть история Древней Греции откроется перед вами. А закаты и рассветы вам стоит посмотреть. Это нечто. Вы еще такого не видели. Добро пожаловать в тур на Средиземноморье, где вас очаруют красоты Мании.